началось отвратительно. Время 7. Тут такой шум. О. Это просто трэш. Очень шумно, спать невозможно. Хочу домой. Ладно, сейчас пойдем, приведем себя в порядок, пойдем завтракать. Вот чувствовал, что надо было беруши брать. Ладно, сейчас, может, батчи меня спасут. А еще очень душно. Открываешь окно, становится холодно. Короче, классика жанра. Там на третью ночь не хочу оставаться. Домой поеду. Короче, доброе утро. Так, чем тут нас будет радовать? Огурчики, помидорчики, сосисочки. Горошек. Йогурт. Я возьму йогурт. Я возьму йогурт и кофе. И все, работать целый день. Блин, я так рано не ем. Доброе утро. Они, блин, все такие свежие. Да, аж противно. Как будто выспались. Вы что, за окном не было автострады? Что вчера сколько спать? Я не делала 3. Но это не помогло. Дай угадаю. Таня и... Да. И... Маша. Так. Яйца. Сырнички. Сырнички, сосисочки. Омлет. Кофе. Хлеб. Не попала. Мед. Сгущенка. А, ну сгущенка, да. Можем сразу ее к себе поставить. А там еще второй стоит. Вон, Оль, вон десертный. Тосты, хлебушек. Булочки. Ой, нет, здесь я даже стоять не могу рядом с этим. Ладно. Кофе и йогурт. Раз. Мил, мы идем тебе помочь. Скажи, что сделать, давай мы тебе поможем. Распаковать и куда поставить? Вот, да. Хорошо. Ты смотри. Боже, я как кошка на коробке, на канцелярии. Это дарить будут или за это самым можно... умным? В смысле, можно просто брать? Да.
как мы удачно зашли, да? То есть это не подарок за стратегию? Я думаю, кто умное предложение скажет, тому ручка в подарок. Bless you today и зажги. Зажги же больше нет. Будет все равно. Хорошо. Что нам делать? Всех пускать, никого не выпускать? Сделаем. Класс. Вода питьевая, прикольная. Озон фреш. Ну, почти брендированная. Точно. Что-то не так. Такое лицо знакомое. Где я могла его видеть? Ну, ладно. Окей. А это что? Булки? Ты пробовал, что это? Нет, еще. Жесткий, да? Жесткий? Да, я еще подумала. Что там внутри? Я холодно. Боже, я в номере. Будет тяжелый день, слушайте. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Машинка моя стоит. Честно говоря, я уже хочу домой, потому что там пробка. А за окном пробка. Потому что я не понимаю необходимости своего нахождения здесь. Ну, просто это стратсессия для руководящего состава. А нас позвали всю команду. Нет, но с другой стороны, мы познакомимся. Это тоже плюс. Но, тем не менее. Скорее всего, я уеду завтра вечером после ужина. Как раз пробки засутся. Там, не знаю, в 10:30 у нас закончится гала-ужин. Но сейчас пробка просто капец в сторону МКАДа. Ну, сейчас 7 часов. Ну, понятно, час пик. То есть, по идее, завтра в 10, где-то в 11, в 12. Вот так вот мне лучше уехать, потому что я спокойно доеду без пробок. Спать здесь невозможно. Я не знаю, что я там утром рассказывала. Ну, понятно ли это было. Слышно, не слышно, вообще непонятно. Короче, спать невозможно. Шум дороги. Закрываешь окно, это вообще не спасает положение. Становится душно. Кровати неудобные. Короче, я хочу домой. Мне кажется, на эти 2 дня, 3, надо было на первый, может быть, день звать руководящий состав, а дальше уже на второй день контент и как бы вот все такое. Ну, мне так кажется. Но, с другой стороны, это опыт, потому что у меня, в принципе, не было еще такого опыта. На таких стратсессиях я не присутствовала. Здесь, получается, команда показывает собственнику, какие компании минусы, что не так, что так. Короче, сообща стараются работать. Ну, не знаю, в общем, посмотрим, будет ли результат от этого всего. Но в целом это интересный опыт. Сейчас покажу вам, какие пробки за окном. Такой вот вид. Москва, Москва. Завтра вид будет с 33 этажа. Потому что у нас будет гала-ужин. Опять же, я не знаю, что снимать. Но сегодня прям небо такое светлое, не затянутое. Ну, сегодня солнышко было, хотя мы из этого офиса никуда не выходили. То есть это было прям какое-то зомбирование. Нет, не зомбирование. Понятное дело, что собственники знают, наверное, за что они платят. Короче, сегодня был очень ясный день. Москва. Шум автострады, который круглосуточно. И мое желание уехать домой. Ну, короче, я подустала. Поэтому переодеваю пижаму. Не знаю, силы на чай есть, нет у меня. Не хочу черный чай. Мы вчера что-то начали, не закончили. Отпариватель. Все это сложу. Не выспалась. Бутылку с водой утащила. Мне бутылочка понравилась, маленькая. Короче, одеваю пижаму, иду мыть себя, смывать этот день, потому что реально было очень тяжело, очень тяжело. Даже, вон, кстати, тут Шишкин лес. Нет? А, нет. Ну, тоже прикольная картина. В общем,
Мало того, руководящий состав получил задание, которое они сейчас в этом же офисе будут продолжать делать. То есть еще в ночь там решать какие-то задачи. Мы нас отпустили, потому что мы занимаемся контентом. Сейчас как бы не наш профиль. Ладно. Как красиво стоят. Да, красиво стоит пробка. Красиво. Ну, сегодня будет не день, понедельник. Понедельник. Такие дела. Доброе утро. Ну что, над Москвой рассвет. Видно, правда, какие здесь грязные окна, но в целом такой вид. В целом рассвет. Так, я пошла в душ. Приоткроем окошечко. Коллега моя уже ушла, у нее сегодня с утра еще одна встреча, совещание. Я, как говорится, просыпаюсь, собираюсь, иду в душ. Ой, я вернулась из душа, а тут уже и солнце зашло. Заварила себе кисель, из дома брала. Завтракать не пойду сегодня, потому что, в принципе, я так рано не ем. А чай, в принципе, я и здесь могу попить. Все, солнышко взошло. Машинка моя там стоит. Там какой-то курьер приехал еще. В общем, доброе утро. Доброе-доброе утро. Так, укладка в стиле Барбары Брыльской готова. Кисельчик. Хорошо. Тепленький. Фу. Все, сегодня у меня белая рубашка, нарядный вид. Сейчас накрашу глаза. Вечером дала ужин на 33-м этаже. И я надеюсь сегодня вечером поехать домой. Потому что все равно спать некомфортно. Сейчас включу будильник. На 8:30 поставила, чтобы не расслабляться. Чтобы не к 10, где-то 9:45 можно выходить. Можно даже пораньше там потусоваться с коллегами. Снимать не получается много. Ну, какие-то обрывки, кусочки. Ну, не знаю, просто, может быть, чтобы немножечко передать атмосферу мероприятия. Потому что я так понимаю, что это очень модное сейчас ныне действо у молодых предпринимателей. Я не помню, говорила я или нет. Страцессия — это типа формат прожарки. Когда руководитель говорит то, что думает подчиненным, подчиненные говорят то, что думают руководителю. Ну, в данном случае, то, что думают собственнику. И вчера был довольно тяжелый день, потому что все там высказывали мнение, что не так, что плохо, выписывали. Ставили план. Ну, короче, довольно как бы тяжелый, утомительный. Плюс этот мужчина, который ведет это мероприятие, он такой манипулятор. Ну, в принципе, ему за это деньги платят. Девочки, поставлю вас, рука устала. Вот. Но довольно интересно. Довольно интересно. Хотя, опять же, я повторюсь, я думаю, что это, наверное, все-таки более полезно было бы для руководящего состава, но собственник считает, что должна присутствовать вся команда. Ну и, наверное, в этом есть доля нужности. Опять же, знакомство, сплочение, ну, короче.
крашусь, собираюсь. Не все так плохо и печально. Спать неудобно, кроватка неудобная. Но сегодня уже такая степень усталости была. Причем даже... Хотя и физическая тоже, потому что мы там... Да не какая там физическая, ничего особо не делали. Ну, скорее всего, моральная, знаете, вот когда тебе закрываешься в помещении с утра, и вот постоянно там разговоры, то-то-то-то-то, на 10 минут перерыв, там поели, там хватили, там это что. Ну, как бы... Ну, интересно. Вот. Все, я крашусь, собираюсь. Опять же, что получится, поснимаю кусочки, может быть, подпишу, что как, потому что... А еще забирают телефоны на время страцессии. Ну, можно, наверное, будет сегодня не отдавать, но посмотрим. Ну, вот так. Кормят неплохо. В своей системе шведский стол. В принципе, по-моему, обед уже не снимала, но все, в общем-то, более-менее стандартно. Сегодня будет 33 этаж. Поэтому, конечно, постараюсь что-то поснимать, потому что, опять же, поделиться. Ну и плюс для себя, потому что мой канал – это как бы моя история, да? Поэтому для своей истории. Все, настроение хорошее, отеков нет. Хотя вчера мы сидели там, пили воду этими маленькими бутылочками. Крашусь, глаза собираюсь и вперед из песни. Вам хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока. Чувака-пока. Мы сейчас увидимся через один кадр. Так. Образ, рубашка, джинсы. Короче, я сегодня такая нарядная женщина. Покажу вам сейчас немножко отельчик, пройдемся. Он такой, ну, советского типа. Ну, с намеком типа на типа. На типа что-то выше этого. Но на самом деле, в общем, стандарт как был советским, так он и остался. Номера советские. Но, короче, на картинках было лучше. На сайте представлено лучше, чем есть в реальности. Но по технике пожарной безопасности вроде все нормально. Ладно, пойдемте посмотрим. Ну, хотя бы холл вот нашего этажа. И пока я спущусь, немножечко поснимаю. Взяла. Тут что, кстати, интересно. А, вот это тоже номер. Такой вот вид. Отсюда. Картины, картонки. Маленькие собачонки. Вот выход к лифту. Тоже номера, водичка, диванчик, такой пансионат, 9:30, ну, я пока дойду, будет там без 30. Все, вызываем лифт. В лифте мы с вами уже были, реклама, картонка, маленькая собачонка. Интересно, погода меняется. В смысле, 19 февраля, да, они обновляют. Доброе утро.